Приветствую на канале Asmodeeplay. Итак, сегодня я вот расскажу, как все-таки запустить Готику 2 на Windows 10. Итак, давайте посмотрим. Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Это, естественно, совместимость с Windows 7 можете запустить. И второй вариант, если он вам не подходит. Так, набирайте в поисковике. Так, что у нас там? Так, подождите. Так, больше не спрашивают. Не. Набираем вот. Готик ини. Выполняется поиск. Заходим в документацию. Идем вниз. Так, нам нужен раздел. Нет. Вот раздел видео. Открываем, кстати, с помощью блокнота. Не забывайте это. Здесь ставим конфигурацию 0. Здесь ставим разрешение своего монитора. Все. Сохраняем. Ну и игра должна запуститься, по идее. Да? Не забывайте. Вот название программки. Ну что ж. Теперь ждать только Готику 3. Пока.